считаю, что сфабриковали дело на Александра Коновалова, который не прогнулся под введение QR-кодов, и на него также оказывают власти давление. А Никита Уваров – это подросток из Канска, который в игре Майнкрафт взорвал здание ФСБ, и из-за этого ему влепили целых 5 лет тюрьмы. Ого, понятно. Всего лишь за игру 5 лет тюрьмы, да? Да, у нас вот такие реалии, кстати, что даже за игру дают уже сроки. Я уже не представляю, что будет дальше. У нас скоро за то, что угоняешь машины в играх, будут сажать и уголовку вот так же давать. То есть за коррупцию у нас не сажают, да? Да, у нас и поощряют за коррупцию, и обеспечивают домами в странах НАТО. Ага. Дают ордена тому же Алексею Миллеру. А уже даже за игру, не то что там за репост или лайк, или комментарий, уже за игру даже сажают. У нас, если вот так будут сажать, у нас просто полстраны пересажают. Не кажется ли вам, что мы живем где-то во вселенной Оруэлла, или вообще в какой-то параллельной вселенной, где все перевернулось с ног на голову? Как вы считаете, почему так происходит? Да потому что уже власть надо менять. Их надо менять как трусы. Потому что что-то власти явно пересидели уже. Ну и потому что, наверное, народ молчит. Да, народ у нас молчит, к сожалению. Потому что в наше время не нужно убивать сотни граждан, чтобы захватить власть. Достаточно лишь под себя захватить все телевидение и превратить народ в послушных рабов.